Смотрите, какой у нас бардак. Мы переезжаем. Наконец-то это свершилось. Дошли руки до переезда. Сейчас носим вещи. Сейчас приедут ребята, знакомые Женины. Будут нам таскать уже тяжелые вещи, большие. Потому что мелочь почти мы всю перетаскали. Там немного осталось. Надо перенести машинку стиральную, холодильник. И вот этот шкаф мне в комнату пойдет. Я его забираю. Вот поэтому надо, чтобы они пришли и помогли. Ну и компьютерный стол. Так что вот, видите, вот тут у нас кошки поедут с нами. То есть все, мы потихонечку перетаскиваемся. Кругом одни вещи. Итак, у нас новоселье. Наши коты переезжают. Так. Орут, да? Орут. Плачут, не переживают. Что такое? Что за переселение у нас? Они сидят. Смотри, котика будет. Садись отсюда. Котика будет. Первых мы заносим котов. Заходите, гости дорогие. Будьте дома. Ты застегнул меня. Рыся. 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 Скажи, что это такое, да? Все новое, да? Здравствуйте. Здравствуйте. У вас новоселье? Новоселье. Мы тут таскаем. Мы пытаемся все это. У нас великое переселение. Сейчас переезжаем. Вообще ужас, конечно. Переселяться это очень тяжело. Выпал первый снег. Не успела я закончить дела. Уже снег лежит. Надеюсь, растает, конечно. Вот такой пейзаж за окном. Первый снег. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Наводим красоту в доме. Переехали. Вот, наконец-то. Поэтому сейчас разбираем вещи. У нас тут, конечно, бардак. Вчера целый день таскали, устали. Вообще просто. Но решили эти выходные, пока дочка дома, сделать дела. Потому что потом некогда будет. Вешаю свои вот тарелочки, которые привозила с разных стран, с разных мест. Вот, чтобы у нас тоже была красота. У меня тут из Таиланда тарелка, из Хорватии, Эстония, Таллин, Пицунда, Северный Кавказ, Горный Алтай. Кстати, это на коре сделана картина. Кисловодск, при Эльбрусе. Я ходила на гору, при Эльбрусе там есть такая вершина Чигет. Вот я поднималась на Чигет, и вот оттуда. Это Воронеж, Таиланд. Это Псков. Кто из Пскова? Привет вам.
кадр повыше повесить. Так. Сейчас покажу поближе вам картинки свои. Тут у меня аквариум стоит мой. Тазик, это я кормила их сейчас только что. Вот, смотрите. Вот это Псков. Это Таллин. Это Хорватия, Задар. Вот это Горный Алтай. Это Пицунда. Это Кисловодск. Это вот Прелесть Брусья. Это Воронеж. Это Таиланд. А там черепашки. Вот они. Наши черепашки подросли. Вот это Маша на нас смотрит. Гриша спрятался. Поставили на подоконник цветочки у нас. Нашу пальмочку, наши цветы. Уже как-то интереснее все смотрится. А еще у нас тут есть домовой. Сейчас я вам покажу нашего домового. Вот сидит наш домовой. Пусть он сидит и оберегает наш дом. Приносит только добро в нем, в него. Написано «На удачу». Вот такой домовенок у нас. Ну вот пока так выглядит гостиная наша. Стеллаж с книгами, как мы и планировали. Диван. Картинки еще не все там висят. Это наша. Потом еще будет ковер на полу лежать. Так что я думаю, будет более еще уютнее. Но уже смотрится намного уютнее, чем было. Остальное пока не буду вам показывать, потому что еще не доделали, не разобрали до конца все. Когда разберу уже полностью, тогда уже покажу вам все комнаты и все сразу, все вместе. Пришел стул Кузя. От компании Кузя пришел растущий стул для Егорки. Сейчас будем распечатывать, тут да? Я уже распечатала. Так, сейчас посмотрим. Изготовлен в Ярославле. Специально для Егора. Блин, как... Сейчас, подожди, Егорка. Какой колтун! Смотри. Белый! Вот! Как мы и хотели! Белый стульчик! А это что такое? Сейчас будем собирать его. Это растущий стульчик для него, чтобы он, чем больше он будет больше, тем будет расти, тем больше будет стульчик. Вот такие вот ножки у него красивые. Какие красивые! Огромные просто, да? Сейчас все будем собирать. Смотри, какая штучка хорошая. На ней плавать можно. Как? В детстве я плавала на таких штуках. Очень много деталей. Сейчас будем разбираться. Этот стул называется «Павлин» от компании «Кузя». У них там разные расцветки есть. Мы думали либо серую взять, либо белую, светленькую. Вот нам прислали белый. И это хорошо, потому что говорили обычно, что нету светлых. А тут оказалось, что есть. Ссылка на сайт компании Кузя
будет под видео. Так. Теперь следующий этап. Значит, спирка, да? Там должно быть, наверное, короткий, да? Я думаю, да. Или длинные где-то. Раз, два, три. Нет, длинные. Почему? Потому что она. Почему длинные ты думаешь? Ну, потому что опираться он будет сильно. Высоко, а вот туда ниже делать. Он проваливаться будет. У него ступенька же еще будет, на которую он будет вставать. Ну смотри, вот стол, вот у него, вот стул. Ему не будет высоко? Ну давай, сделай. А что делать-то? Еще что-то? Да. Еще дверь стукнет. Сядь. Егорушка, иди сядь, попробуй, стул. Иди сюда. Как тебе, высоко, не высоко будет? Сейчас. Ну-ка. Вылезай. Тут ступенька еще будет, ты на нее потом. О, как красиво, как высоко. А к столу давайте попробуем. Уже точно. Ну, сделаю? Нет, еще не до конца. Вот, а вот это? Вот сюда? Ну, я и говорю, немножко осталось. Мы еще... Давай, иди. Попробовать высоко. Наверное, иди сядь. Будет высоко тебе или низко? Нормально? Ну, мне кажется, не надо выше. Выше тебе не надо. Так хорошо, да? Да. Ну все, давай мы ступеньку тебе сделаем, чтобы тебе удобно было. Мы его собрали? Да, сейчас будешь мерить. Что, на, что, иди вставляй. Маме, помоги. Вот это я люблю. Давай. А да, вставляй. Вот, на тебе. Вот эти штучки. Ну в эти мелкие-то не вставляю, вот в эти в шурупчики. Так, сейчас. Стул павлинчик. Ну-ка давай садись, посмотрим, как у тебя. Удобно тебе будет или нет? Там вот целое это. О, ничего себе. Вот, класс, да? Пожалуйста, на стол. Ну как тебе? Классно? Еще вот так вот сидеть. Да. Понравился тебе стол? А вот так вот. Рекомендуем стул павлин от компании Кузя. Ссылка на сайт компании Кузя будет под видео. Спасибо. Покажи класс. Скажи, павлин класс. Клясся. Ну, а на этом все, дорогие мои. На этом мы завершаем сегодняшний репортаж с нашей квартиры. Вот, наконец-то, слава богу, мы переселились. Продолжаем обустраиваться, делать дела. Все тут прибирать, убирать, ставить на место. Следующая серия выйдет, надеюсь. С дачи у нас вообще дожди идут, и снег сегодня выпал. Ну, надеюсь, может быть, все-таки погода наладится, и мы еще там что-нибудь успеем поделать. Потому что вчера я ездила, косила 5 часов, скосила все, наконец-то. Хотела это успеть траву вместе с листьями положить на грядки, но, к сожалению, вот за вчерашний день не успелось. А сегодня, вчера, то есть мы переезжали, и потом вот сегодня уже тут обустраивали все дела. Ну ладно, всем пока, да? Скажи, подписывайтесь на канал. А у вас есть снег? А у вас есть снег? Угу. Ставьте лайки, у кого есть снег. Да. Ставьте лайки, у кого есть снег. Егорка сегодня пошел, обрадовался, что снег выпал, хотел погулять. Вот. Мне, конечно, снег ни к чему сейчас еще, но мне хотелось бы сухой и теплой погоды, хотя бы еще недельки-две, чтобы я успела все завершить.
Ладно, всем пока, всем хорошей погоды. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего доброго, до свидания.